военная база РФ в Таджикистане важна для стабильности в регионе. Президент России Владимир Путин отметил важную роль, которую играет 201-я военная база РФ в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Россия и Таджикистан отметили значимую роль 201-й российской военной базы в поддержании стабильности в Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, сказал глава государства по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин также подчеркнул, что в ходе встречи стороны подробно обсудили обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии и поговорили об угрозах, которые исходят из Афганистана. Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. По подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.